сегодня мы покажем подборку смешных пранков. Поверь, друзья точно оценят твою оригинальность. Маленький Скитлс уже не в моде. Теперь все пришли на гигантские сладости. Макси Скитлс конфеты сделаны из тягучего лизуна. Жевательные конфеты Мамба сортируем по цветам. Растапливаем в микроволновке. Каждый цвет добавляем равное количество крахмала и сахарной пудры. Перемешиваем и формируем три лизуна разных цветов. Соединяем лизуны и лепим из них одну большую конфету. Формируем шар, распечатанную этикетку Skittles, ламинируем прозрачным скотчем. Посыпаем шарик лизун крахмалом или сахарной пудрой и заворачиваем в обертку. Вот это развлечение! Мы с радостью играем с конфеткой. С обычным Skittles такого не сделаешь. А наш Skittles-лизун можно растянуть в целую радугу, да еще и съесть кусочек. Друзья обязательно оценят. Подруга хочет угоститься моим печеньем. Ну уж нет. Тогда она берет телефон и посреди разговора просто откусывает кусочек чехла. Телефон хорошенько обматываем пищевой пленкой. Посыпаем коврик сахарной пудрой или крахмалом. И раскатываем мастику в слой толщиной 3-4 мм. Заворачиваем мастику на стакан и переносим на телефон. Прижимаем мастику к телефону, формируем углы и бамперы. Обрезаем лишние. Переворачиваем телефон вместе с ковриком и заворачиваем края внутрь. Ждем несколько часов, чтобы мастика затвердела. Обрезаем с лицевой стороны. К тыльной стороне прикладываем настоящий чехол и вырезаем отверстие для камеры. Вынимаем телефон и ждем несколько часов, чтобы мастика высохла изнутри. Распечатываем шаблон фирменного яблока. Вырезаем и прикладываем на тыльную сторону. Закрашиваем яблоко пищевым маркером. Как вкусно! А если запить еще чаем подруги? Мастика такая сладкая. Раз уж подруга от голода начала есть чехол, я лучше поделюсь с ней печеньем. Я настоящая фанатка бальзама Эос. Он мне так нравится, что я могла бы смело участвовать в рекламной кампании бальзама. Тем более, что мой Эос не совсем обычный. Смазываем Эос толстым слоем вазелина. В обрезанный пластиковый стаканчик наливаем термоклей. И вдавливаем в него Эос. Когда клей застынет, вынимаем бальзам. Точно так же делаем оттиск нижней части Эоса в другом стаканчике. Готовые формы вынимаем, тщательно моем от вазелина и хорошо высушиваем. Покрываем форму крахмалом и распределяем мастику по внутренним стенкам. Чупа-чупс посыпаем крахмалом. И продавливаем в углубление внутри мастики. Достаем форму, лишнее обрезаем. Аналогично делаем из мастики нижнюю часть Эоса. От чупа-чупса отрезаем палочку. Смазываем нижнюю часть сладкого Эос-контейнера кондитерским клеем. И вставляем в нее леденец. Накрываем крышечкой из мастики. Мой новый Эос подходит не только для губ. Его также можно использовать вместо десерта. Открываю бальзам и наношу сладость на губки. А затем откусываю Эос. Подруга с удивлением наблюдает. А затем следует моему примеру и пробует крышечку. Вкусняшка! А когда ее часть крышки закончится, я с радостью поделюсь своей. На день рождения подруге подарили фотоаппарат. Она давно мечтала заняться фотографией. И вот уже который день она не расстается с ним ни на минуту. Но вместо того, чтобы фотографировать свою подругу Рыжулю, она выискивает необычные веточки и ловит игру света на листве. «Эй, я здесь!» Ты не можешь пройти мимо такой красоты. Но подругу не интересует живая модель. Ладно, у меня тоже есть фотоаппарат. Но не обычный, а миниатюрный. Разминаем мастику с черным пищевым красителем, чтобы она не липла к рукам. Используем сахарную пудру или крахмал. Формируем продолговатую основу фотоаппарата. Из небольшого кусочка мастики лепим верхнюю часть.
приклеиваем ее к основе на обычную воду. Делаем объектив в виде таблетки. Наклеиваем его на фотоаппарат. Продавливаем линзу колпачком от фломастера. Смазываем поверхность водой, чтобы мастика стала более мягкой. И процарапываем зубочисткой полоски на объективе. Добавляем детали серебристым пищевым красителем. Навожу резкость на своей маленькой камере и делаю снимки. А потом смело откусываю кусочек объектива. Такого поворота подруга явно не ожидала. Устроим пикник в парке. Моя подруга Блэки – настоящая модница. Обычная картошка фри – это слишком банально, сплошной мейнстрим. Но когда я достаю свою золотую фришечку, даже модница не может удержаться. На картошку фри наносим пищевой клей. И покрываем пищевым золотистым глиттером. Вкладываем золотую картошку обратно в коробочку. Моя гламурная картошка фри – это новый тренд. Это не фастфуд, это фэшн-фуд. Добавим немного блеска старым рецептам. Ну и что, что зубы после моей картошки стали золотыми? Это того стоит, ведь нужно жить в блеске. Девочки едят бургер. Бетти съела свою порцию, но ей показалось мало. А подруга явно не захочет делиться своей котлетой. Чем бы еще подкрепиться? Вот этот кактус на столе выглядит очень мило. Попробуем, какой он на вкус. Измельчаем в блендере сухарики. Перекладываем их в небольшой цветочный горшок. Вставляем в горшок свежие зеленые огурцы. Зубочисткой прокалываем углубление. И вставляем в огурец цветок. Бетти откусывает кактус, а затем начинает жевать землю. Это выглядит странно. Откуда такая любовь к зеленым колючим растениям? Она предлагает и мне попробовать перейти на растительную диету после бургеров. Ведь этот кактус вырос из огурца. Неплохо, овощи очень полезны. Сегодня на ланч у нас вафли. Но сластёне Блэки опять не хватает начинки. Она принесла с собой баночку нутеллы, только не обычной, а насыщенного черного цвета. В нутеллу добавляем несколько капель черного пищевого красителя. Перемешиваем. И высыпаем пищевой глиттер. Пластиковые крышки делаем отверстие горячим пистолетом. Вклеиваем внутрь дозатор и закрываем крышку. Окрашиваем маркером. И декорируем звездами и блестками. Блэки добавляет в свой десерт черную нутеллу. Что там за ингредиент? Чернила каракатицы? Но Блэки счастлива. Вафля явно стала вкуснее. А вот подруга не хочет пробовать мрачную нутеллу. Синди устраивает праздничный пикник. Напитки, сладости и колпачки. Подруга, все на месте. Только не хватает музыки. Куда же подевалась моя портативная колонка? Не могу найти. Зато у синеглазки есть мини-колонка. Какая милая! Разминаем мастику с пищевыми красителями. Доску посыпаем сахарной пудрой. И из фиолетовой мастики лепим небольшой цилиндр. Это мини-колонка. Оранжевую мастику раскатываем тонким слоем. И вырезаем из нее панель управления колонки. Используем зубочистку. Прикладываем к цилиндру фатин и делаем теснение. Приклеиваем панель управления с помощью воды. Черным пищевым маркером рисуем обозначение кнопок. Колонка такая крошечная, зато соседи никогда не пожалуются на громкую музыку. А еще она поможет утолить голод. Синеглазка уже откусила пол куплета и припев. Но мне сладкая колонка совсем не подходит. Я все-таки хочу послушать настоящую музыку, а не мастику. Наконец-то! Вот она, моя настоящая колонка. Сейчас начнутся танцы. Да, тут настоящее дэнс-шоу. Девчонки разошлись не на шутку.
После утомительного дня синеглазка хочет спокойно поиграть в игру на телефоне. Но предательский девайс разрядился. У Синди есть портативная батарея, но подруге она не подходит. Разъем не тот, да и вся техника начала раздражать синеглазку. Тогда Синди идет на крайние меры. Она где-то отыскала огромный пауэрбэнк. Такой может зарядить в полстраны. Склеиваем вместе три коробки конфет. Покрываем прямоугольник фоамираном. Сначала подворачиваем и склеиваем край. А потом крепим его к коробкам. Обрезаем и подклеиваем уголок. Покрываем таким образом всю деталь. Черным маркером пишем название батареи. Стиком для тиснения наводим цифры. Ножом аккуратно делаем прорези сбоку, чтобы коробки с конфетами открывались. Приклеиваем кнопки из черного фоамирана. Синеглазка понимает, что этот гаджет таит в себе какой-то сюрприз. Правильно. Синди достает из корпуса вкусные конфеты. Они точно помогут зарядить нас энергией. Да и в телефон играть уже расхотелось. Конфетная пауза – как раз то, что нужно. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые съедобные идеи на канале Трум-Трум.